сегодняшнего дня в горячем ключе стартовало голосование по поправкам в Конституцию России. На свой избирательный участок жители могут прийти на протяжении недели, до 1 июля включительно. Принять участие в голосовании значит не просто исполнить свой гражданский долг. Поправки Конституции Российской Федерации направлены на закрепление приоритетов в ключевых сферах нашей жизни. В этом законе наша жизнь, жизнь родных и близких людей, будущее всей нашей страны. Из-за эпидемии коронавируса голосование впервые проводится в новом формате. В этой связи на избирательных участках обеспечивается максимальная безопасность для граждан и вместе с тем защищенность и прозрачность голосования. Всего на территории муниципалитета работают 37 стационарных избирательных участков. Также на придомовых территориях развернуто 20 выносных мест для голосования. Они будут работать с 10 до 16 часов до 30 июня. А для тех, у кого обстоятельства не позволяют выйти за пределы квартир, голосование организуют на дому. Для этого необходимо позвонить в свой избирательный участок и оставить заявку. Добрый день. На дому голосование. Хорошо. Какой адрес? В течение ближайших 7 дней россиянам необходимо ответить на вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Именно так он сформулирован в бюллетене. Вариантов ответа 2. Да или нет. Только при условии, что большинство людей ответит «да», поправки в Конституцию обретут силу. Напомним, законодательство предполагает, что для внесения поправок в Конституцию достаточно решения Госдумы и Совета Федерации, а также одобрения региональных парламентов. Но учитывая большой объем изменений, они затрагивают 36 статей, президент оставил окончательное решение именно за гражданами страны. Специально для этого была разработана новая процедура – общероссийское голосование.